Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами двумя буксами. Решила я объединить два букса в одно видео по сбору криптомонет. Платят они сразу на FawcetPay. Первый букс GwahirCoin. Вот здесь можно посмотреть, перевести, почитать. Вот. Как бы это все. Регистрация, ребятки, здесь наипростейшая. Email. Значит, email, username, два раза пароль. Вводим капчу, нажимаем регистрация. Я же уже зарегистрирована. Зайдем сразу в кабинет, вход по имейлу и паролю. Не забываем на почте подтвердить адрес электронной почты. Попадаем в кабинет. С этого я сегодня выводила, ребятки. Я вам покажу вывод. Я думала, здесь вывод будет обрабатываться вручную. Минимальный вывод от 1000 коинов. Вот. И выводила я в лайткоинах. Значит, это наша домашняя страничка. Здесь как бы можно здесь заходить, можно вот здесь заходить. Так. Также опускаемся ниже. Находится наша партнерская ссылочка. И по поводу заработка, значит, серфинг. Вот это домашняя страничка. Кликаем серфинг. И вот здесь вот столько 70 коинов. Здесь быстро набирается минималочка. Ну вот 50 коинов, 7 секунд. 7 секунд. Здесь 3 секунды. 15 секунд. Вот 3 секунды. Серф. Кликаем. И вот так быстро все здесь просматривается. Разгадываем капчу. Кликаем. Возвращаемся. И все, 65 монеток нам зачислилось. Набираем 1000 монет и ставим на вывод. Так, далее Earn Coin. Здесь есть кран. Короткие ссылки, обратите внимание. Если вам интересно они. Вот. Пожалуйста, просматривайте здесь 7 ссылок. Я не очень-то и люблю. Так. Здесь у нас кран. Разгадываем капчу. И что у нас? Так. 5, 3, 7. Кликаем. И 250 коинов сразу нам засчиталось. И вот идет отчет таймера. Можно собирать заново. Так, про короткие ссылки здесь. Игры я не играю. Это для рекламы. Также аккаунт в профиле поменять. Пароль. Вкладочка рефералы. Также находится наша партнерская ссылочка. Вот она. И история. История вывода кликаю. Вот она не кликается. Вывод. Ну да ладно, перейдем сейчас на FawcetPay, ребятки. Я выводила GwahirCoin. Вот название вот этого букса. Где он у нас? Вот он, GwahirCoin. Ребятки, обратите внимание, да? Я с него сегодня вывела 599 лайткоинов. 15 ноября. Платит мгновенно на FawcetPay. Так, возвращаюсь в домашнюю страничку. У меня на балансе 324 коина. Выводить вот здесь. Значит, здесь вывод можно выводить в доги коинах, лайт коинах. Все на FawcetPay. Tron, Zcash, BNB, Digboot и USDT. Выбираете монетку, какую вам
надо, здесь уже сумма прописана по умолчанию, а здесь она конвертируется в криптомонету, которую вы хотите вывести. Так, с этим все понятно. Теперь переходим в следующий букс. Также платит мгновенно на Faucet Pay. Я 13 числа делала вывод и публиковала у тебя в группе Telegram. Значит, называется он, ребятки, BTC Batch, как-то так. Ну, также здесь можно кликнуть и присоединиться к их группе Telegram. Кликаем старт. Регистрация здесь наипростейшая. Также email, username, пароль. Тут даже капчи нет. Нажимаете регистрация. Подтверждаем, опять же таки, адрес электронной почты. Кликаю логин. Я войду в кабинет, естественно. Бывает такое. Инвалид капчу. Сейчас я его перезагружу. Наверное, он у меня долго был. И кликаю логин. Я попала в кабинет. Бывает такое, что у крана как бы недостаточно средств для вывода, но ничего страшного. Администрация пополняет как бы эти криптомонеты, и вывод идет инстантом. Значит, это наша домашняя страничка, друзья. У меня на балансе 693 монетки токена вот этого. Также опускаемся ниже. Находится наша партнерская ссылочка. А здесь ниже уже идет вывод. Обратите внимание, здесь есть Faucet Pay. Например, я вот кликаю, сразу кликну Litecoin, Dogecoin, Faucet Pay, Faucet Pay. Дело в том, что здесь можно еще выводить на Faucet Pay минимум. Ребятки, почти нету минималки 100 токенов. 100 монет. Можно две рекламы просмотреть и все. А еще здесь есть вот какой-то токен. Вот это я не знаю, что это. А здесь можно вот эту монетку выводить на Coinbase. Но здесь уже и минималка другая, ребятки. А вот 5000 токенов. Также здесь есть USD Payer. Здесь уже от 100 тысяч монет. И на PayPal также от 100 тысяч монет. Я же вывожу на Payer. От 100 монеток у меня. Так, сюда прописываем адрес с Faucet Pay и кликаем «Вывод». Good. Так, переходим сразу на кошелек. Я при вас перезагружаю страничку. Сразу с выводом показать вам. Потом уже будем кран смотреть, сам букс. BTC Batch или как? 2541 вот это Litecoin Satoshi, или как они там называются, 15 августа. Букс очень щедро дает. Это, на мой взгляд, может быть, для вас это мало, но для меня это очень даже и неплохо. Значит, здесь короткие ссылки, если хотите, просматривайте. Давайте теперь по заработку. Так, майнинг есть. Я вот здесь, если хотите, посмотрите. Jobs вот здесь. PTS, ADS. Вот, PTS, то клик. Также есть короткие ссылки. Сами посмотрите. Я их не люблю. И здесь на кране очень даже неплохо можно заработать. Значит, вот здесь 30 токенов. Я просматривала по 60 токенов в 60 секунд. Ну, минута. И можно за два раза, за две рекламки набрать минималку. Здесь вот по 30 токенов, все здесь по 30 секунд, как будто это у меня уже как бы осталось. Ну, давайте кликаем Go сюда. И как в обычных буксах, вот таких аналогичных, мы просматриваем всю рекламку. Мне букс понравился, замечательный. Что первый, что второй. Вот, сейчас мы просмотрим.
Также есть кран. Экран я вам также сейчас покажу. Разгадываем капчу, как видим. Здесь можно есть сольви медио, если хотите, или вот так вот, как вот у меня. Ну, что-то у меня зависло. Подождите, ребятки. Возвращаюсь. Все, я просмотрела. 30 токенов мне зачислилось на баланс. Так, далее. Это вот рекламка, все вылезает. Я звук отключила. Кран. Есть автокран. Он доступен, если вы просматриваете короткие ссылки. Далее я вот на такой кран захожу, на обычный. И также мы вот просматриваем, разгадываем капчу. Так, 2, 1, 8. Значит, 2, 1, 8. Опускаемся ниже. Так, здесь же капчи нет больше. И кликаем. Инвалид капча у меня, ребятки. Кто бы сомневался. Так, давайте я опять перезагружу. Так, 6, 2, 1. 6, 2, 1. Кликаю. И опять инвалид. Что ты будешь делать? Не знаю. Поставим такую тогда капчу. Вот. Английский язык поставить. Значит, вводим капчу. Вот поэтому и хорошо, что такая. Потому что бывает, да, что здесь инвалид капча. И 5, 3, 6. Спускаемся ниже. Кликаем. Все, и 25 токенов мне засчиталось. Окей. Ну, в принципе, и все, что здесь еще вам показать. Так. Вот какой-то экран. Не знаю, что это за кран. Раз в 5 минут можно заходить. Так, а здесь вот это я не знаю, что это такое за кран. А, здесь 300 секунд. Вот, но если хотите, вот разгадывайте вот такой кран. А, раз в 300 секунд заходить. Ну, давайте. Так, чтобы не мучиться я. Вот так. 3, 6, 8. Так. 30. Вот это 3. Так. 6. 8. Ввожу капчу. Опускаемся ниже. Кликаю. И опять 25 токенов. И через 300 секунд можно опять заходить. Так, это я вам показала. Кран авто я не работаю здесь. Так, далее что? Здесь реклама. В игры я не играю. Это офервалы. Я сюда обратно не захожу. Профиль. Поменять пароль. Вкладочка рефералы. Будет также находиться наша партнерская ссылочка. Вот она. И вот список рефералов. Далее, что еще? Так, секундочку. Так, и историю. Давайте посмотрим историю. Так, history, вывод. Не знаю, покажется здесь вывод. Ага. Вот мой вывод. Один день, 13 часов я выводила. Вот. И
Сегодня, 7 минут назад, я делала вывод. Ну, согласитесь, неплохо. Вот также, ребятки, смотрите, вот здесь справа, сбоку, есть чат. Можно как бы задавать вопросы, да? Вот. Все, правда, на иностранном, но ничего, можно перевести на русский, почитать. Я считаю, что неплохо. Я довольна буксом. Вот сюда на эти буковки мы нажимаем и возвращаемся на домашнюю страничку. И вот у меня уже 80 токенов. Хотите работать — работайте, не хотите — не работайте. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.